Привет, друзья! Сегодня на обзоре уникальный девайс караоке комбо-усилитель бумбокса, все что угодно. TMSHANK JD0804 является собой двухрадиомикрофонный караоке комплекс с тачскрином, с Wi-Fi, с Bluetooth, USB MP3, HDMI выход на телевизор, имеет свой монитор. В общем, все что угодно при очень компактных размерах. Ручка, динамик, сабвуфер. Блок управления чуть позже покажу, он сбоку находится. Так, включаем. Питание от собственной батареи, так, 9-амперный, на минуточку. Либо от сети. Так, запустили. Монитор у него включается отдельно, то есть можно его выключить на задней стенке. Ну, приветственное, как обычно, все на китайском, потому что аппарат разработан исключительно для китайского рынка. Система установлена Android и легко переключается на русскоязычное меню. Ну, любое там, украинское, все языки как стандартно для системы Android. Значит, сейчас мы вставили две флешки. По умолчанию внутри идет 8 гигабайт памяти своей собственной. Сюда уже зашиты некие китайские караоке песни. Можно прооценить, кстати, качество монитора, потому что оно превосходное по видеозаписи, которая уже зашита внутрь. Так, значит, на одной флешке мы записали видео, на другой видео караоке, на минуточку. Для тех, кто ищет караоке приставки для дома с дисками, с баллами, это не сюда. Диски — это уже позавчерашний день, китайцы такого давно не делают. Баллы — это все лажа на самом деле, то есть там не совсем все это соответствует действительности. Кому баллы — это не к нам. К нам тем, кто нужна универсальность и компактность, отличный звук. Поехали. Значит, здесь, значит, KTV — это китайское караоке. Нажмем. Произошел запуск. Так, ну что ж, попробуем что-то посмотреть. Так, это какой-то конкурс здесь, ладно. Так, далее. Нажмем сюда. Выберем вот этот трек. Так, здесь видео, по сути, по всему, нет. Так, вернемся. Так, что у нас здесь? Исследуем буквально первый раз, и поэтому, возможно, небольшие накладочки. Так, выйдем из этого приложения. Так, следующая программка. Так, это тоже у нас тут всякие караоке вещи для китайских товарищей. Включим вот это, например. Так, поехали. Ну, давай. Так, вернемся. Что у нас здесь? А, так, я понял, это что, идет онлайн. То есть эта программа подключается онлайн. Мы уже заведомо подключили этот аппарат к Wi-Fi сети. Микрофон вставлен на батарейке. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Так, ладно. Остановим всю эту беду. Так. Сюда, значит. Так, далее у нас идет музыка, соответственно. Если у вас на флешке есть и видео, и аудио, следовательно,
он сам автоматически выберет то, что вы нажмете. Нажимаете музыку, сразу появляется список, альбомы, треки, в общем, полная информация, как в стандартном Android-устройстве. Выбираем. Так, трек. Поехали. Соответственно, это чисто минусовка. Кто знает наизусть, тот поет сразу на слух, что называется. Возврат. Так. Что здесь можно еще послушать? Любую музыкальную композицию также можно слушать, смотреть фильмы, в общем, все, что связано с видео, здесь это реализовано на высшем уровне. Именно видео с USB, с флеш-носителей. Так, возвращаемся, но домой. Так, выбираем видеоплеер, нажимаем на видео. На видео записана соответственная информация. Самый большой каталог песен. Самые интересные конкурсы с призами. Видео караоке было слито, скачано из интернета, короче, так по-русски будет. Вот. То есть на 7 гигабайт залито детских песен. Вот, пожалуйста, подборочка идет. Продолжение. В комплекте идет пульт, которым можно выбирать композиции без проблем. Так, ну что, давайте что-нибудь в мультике. Ой, как же. Так, видимо, с пульта нужно выбирать. Так, сейчас посмотрим. Жил-да-был брат добрей, на земле не найти добрей. Вот что-то в таком духе. Так, вернуться. Соответственно, выбираем что-то другое. Продолжение. Так, следующий трек. Ну, то есть управление зависит от того, как, в какой вариации вы скачали себе караоке-систему, караоке-фонограмму. Так, где-то здесь есть экран полноразмерный, можно вот так растянуть на 16 на 9. То есть, соответственно, вот в такой форме реализуется караоке, это если вы скачали сюда. Также можно поставить приложения платные, то есть либо бесплатные, какое найдете. В Android Market, или как он там называется, Google Play, в общем, точно не помню. Значит, есть офигенные приложения для караоке, которые вы покупаете и пользуетесь либо онлайн в облаке ими, либо скачиваете, в общем, любые возможности. Так, соответственно, что у нас здесь еще есть? Все-таки давайте вот эту штучку посмотрим, что это у нас тут такое. Вот эта вот программка, она на другом комбике играла. Так, если сразу мы ее активируем. А, тут вообще English можно выбрать. Прекрасно. Так, еще раз. Ага, English player, local music, setup, scan. Давайте попробуем найти. Так, МКВ. Play. Ну, все-таки, да, это база на большом варианте этого комбика было сразу видеокараоке вшито, и поэтому доступ к ней был довольно прост.
Local Movie. 哎, какая блин, душевная песня. 记得许多年前的春天，那时的我还没剪去长发。Пум-пум-пум-пум. Что он тут сканировать будет, интересно? Посмотрим. Но в любом случае возможностей у этой штуки более чем достаточно. Значит, микрофоны можно закрепить вот, вот сзади на стеночку. Так. Вот она, панелька управления идет. Полноценный плеер, USB, это все для аудио-вариантов. Аудио можно также из передней панели тоже послушать. То есть теги все будет писать, здесь просто аудио. Плеер, пишущий он, соответственно, пишет звук с микрофона, с линейного входа. Стандартный набор для комбо-усилителя. Вот. А регулировки стандартные, можно подключить музыкальный инструмент. Вот, внешний аккумулятор, линейный вход есть. Ну, в общем, стандартный для комбо-усилителя набор для панели управления. Так. Bluetooth, соответственно, вот так инициируется. Линейный вход. Так. Микрофончик крепится вот на такие штырьки. Вот специально зажимчики. И можно сзади два микрофона закрепить очень эстетично и надежно. Так, развернем полностью. Так, здесь мы видим отдельный включатель для монитора, то есть чтобы не экономить энергию, здесь сделана отдельная включалка монитора. Если вы DVD не надо, видео не надо, соответственно, вы просто слушаете через вот этот боковой разъем. Так, так, здесь данные, два микрофона. В принципе, с этой половины находится сабвуфер сам. И динамик с передней панели находится здесь. Так, в комплекте, значит, два радиомикрофона, держалки для микрофонов, HDMI кабель, блок питания сетевой, соответственно, вот все, инструкция на китайском языке. Никаких проблем, в принципе, с ним. С настройкой все логично и просто. При желании можно снести все нафиг эту вот как бы оболочку и поставить полноценную андроидовскую оболочку и поставить русскоязычные программы. Вот, ну это с флешки все как-то делается. В общем, для мастеров переустановки системы это вообще не составляет никаких проблем. Вот, то есть этот аппарат, в принципе, реальный убийца, там, не знаю, всяких мэтбоев, это т.д. и т.п. По цене он просто рвет. Компактный, мощный, король вечеринки, можно забубенить все, что угодно. Так, кстати, еще вернемся к музыке. Так, надоело это все нам слушать. Давайте-ка перейдем на... Так, это закрываем, это закрываем, это закрываем. Так... Миксплеер, соответственно, обновление программы, нет, пока нам этого не нужно. Так, вот здесь что-то видео какое-то притаилось, сейчас мы его посмотрим. Качество экрана, как я говорил, прекрасное, то есть никаких бликов, ничего, HD-шный такой вот как бы дисплейчик, 9-дюймовый, насколько я помню. Вот, в принципе, вы видите, как вы видите, китайское караоке. Также затеняются буковки, и вы поете. На микрофоны можно также добавить эхо, своя громкость для микрофона. Микрофон очень хорошего качества. Звук передает замечательно. Привет, друзья. Раз, два, три. Привет, привет. Басы великолепные. То есть мощности у него тоже предостаточно при таких размерах. Многоцелевой аппарат, если вы хотите, вам этого монитора мало, по HDMI подключаетесь к своему гигантскому Smart TV, и у вас все вот это вот добро проецируется на ваш гигантский телевизор. Соответственно, видео вы компании читаете, и буквы, и видеоряд смотрите на телевизоре, а поете с двух микрофонов, или подключив еще третий к выходу, поете через этот аппарат. Уж поверьте, громкости вам хватит за глаза. Так что вот такой вот распрекрасный
компактный комбик, DVD-приставка, нет, DVD, господи, караоке-приставка, Wi-Fi, ЭТД и ТП. Бывает в таком симпатичном зелененьком цвете, либо темно-коричневые или черные. Вот. То, что рекомендуем, вне конкуренции на данный момент этот аппарат стоит 20 тысяч рублей. Но это просто бомбическая штука, то есть может все в мире аудио фактически. Диск он нафиг уже не нужен, просто когда есть Wi-Fi, USB, карты, Bluetooth, все, рвет все. Все, всем пока.